Стилисты, которые часто говорят о базовом гардеробе, в холодные месяцы под этим подразумевают черные или темно-синие элементы, а летом им на смену приходят белые, бежевые и молочные цвета. Белый верх и белый низ летом актуальны всегда. В нынешнем сезоне приветствуется игра фактур и немного блеска. Брюки молочного цвета, в отличие от белых, более универсальны в плане сочетаемости, поскольку нет необходимости подбирать два одинаково чистых оттенка. Составляя комплекты, можно двинуться в сторону кокетства, этнического, спортивного или романтического настроения. Версия для прохладной погоды также желательна с участием светлых брюк. Именно они олицетворяют собой летний гардероб, каким бы ни было это лето в действительности.